Мы очень верим в предание наших святых, и вот наши святые говорили, что пока будут молиться, пока будут петь каждое воскресенье, значит, вы будете, вас будут знать, что вы духоборы. Первая ночь, понедельник, очертания столицы во мгле. Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И от лености или со скуки все поверили, так и живут. Ждут свиданий, боятся разлуки и любовные песни поют. Я родилась в селе Гореловка, в очень красивом селе, чистом, ну, простом русском селе. Это русский уголок в Грузии. Мы жили здесь, и нам казалось, что весь мир такой. Мы даже не знали, что вокруг другая жизнь, другой мир. Было очень, очень теплые отношения были, все друг друга знали. Я родилась в большой семье. У меня в одном доме, в большом доме, два этажа, жило три семьи. Это мои дедушка с бабушкой, мой дядя со своей семьей и мой отец со своей семьей. Вот. И я была одна девочка в окружении мальчиков. Мои двоюродные братья – это были мальчики. Ну, в детстве я помню, что Гореловку трудно было узнать даже, потому что было очень много населения, было очень много дворов. Село было красивое, но вся инфраструктура, необходимая для человека в Гореловке, была абсолютно. Была больница, был детский садик. Рядом на одном дворе были расположены больница и детский сад. Была школа, был интернат для детей из других сел. Были разные секции, были кружки при школе. Был при школе хор у нас. Потом сельский клуб был. Сельская молодежь чистила речку, чистила поля от камней, чистила сарай. Каждый год, вот сарай, где содержатся животные, у нас белились обязательно. Вот они примерно вот такого цвета были. И вот молодежь помогала, где-то люди там постарше следили за этим. И вот так без конца жизнь проходила в работе в общей, в общих каких-то шутках, в общем, общении в каком-то. Все время были все у друг друга. Русские так говорят, все время ты должен быть на виду, со всеми вместе. Когда я закончила школу, 17 лет мне было, и мой дед мне сказал, ну попробуй. И как раз такой период произошел, что люди уже уезжали. Ну и нашли мне несколько уроков они, в общем, первый год.
И дали классное руководство, наверное, специально, в таком классе, что можно было убежать. В общем, это пятый класс, 14 хулиганов таких, что невозможно. И я вот 17-летняя, я сама еще маленькая. Ну и начала вот я так. Это, вот, дедушка мне как бы эксперимент устроил. На самом деле это на всю жизнь так и осталось. Вот с 17 лет я так все время, я была в декретном отпуске только 3 года. Это все время. Остальное все время я работаю. Вот сейчас 20 лет. В этом году будет, как я работаю в школе. Вот смотрите, какие вопросы. Я предлагаю вам так. Спросить, как тебя зовут, сколько тебе лет, где ты живешь, да? Где ты учишься. Потом смотрите, мы с вами эту тему тоже проходили. Сколько членов семьи, да, у Джафи? Сколько? Да. Потом остальное, что хотите, спросите, что, какую еду они любят. Всякой печали. Избавишь меня вовек. У нас нету такого, чтобы я могла своих детей заставлять верить или ходить молиться, ходить в сиротский дом. У нас этого нет. То есть каждый человек должен в душе веру нести, не навязывается. Вот моя мама ходит, поет, но она мне это навязать не может. Она не может мне сказать: завтра иди и пой. Для этого нужен талант, нужно желание и нужна вера большая. У нас хлеб, соль и вода имеют большое значение. Наши дети не будут воду, в мусор в воду бросать. Потому что для нас вода много значит. Мы не сядем за стол, мы должны посмотреть, чтобы соль на столе была. Потому что соль для нас тоже большое значение имеет. Первые духоборы уехали, но, знаете, их много уехало, но нас здесь еще настолько много было, что мы как-то это не ощущали. Потом второй раз, когда уезжали в Брянскую область, это уже ударило, мы были уже взрослыми, и вот это уже, правда, воспоминания самые страшные, знаете, когда пришла эта колонна, и ночь уже, и эти... Они сигналили и уезжали, вот как будто Гореловка потеряла что-то сразу. Мы не могли вернуться в село, и мы плакали, они плакали. Это было вот воспоминание ужасное просто. Мой дядя, он уехал много лет назад отсюда. И я ему сказала один раз, как бы, не знаю, больно мне было, и я как будто со зла ему, со злом я сказала ему, что говорю, вот вы все бросили и не вспоминаете, а как нам дома, а как... А он, знаете, какие мне слова сказал? Я всю жизнь эти слова все, он говорит, а ты откуда знаешь, что я вспоминаю или нет? Ты мне в душу могла посмотреть? А я ложусь с этими мыслями и встаю с этими мыслями. И он заплакал,
И это вот настолько меня... Такой момент у меня был. Девчата, вы не поверите, я чуть с ума не сошла. С какой болью он это сказал. Я, наверное, 2 часа перед ним извинялась, понимаете? Говорит, знаешь, я ложусь, говорит, я каждый камень здесь вспоминаю. Я вспоминаю, как там было, как там было. Я, говорит, живу днем одной жизнью, а ночью я совсем другой жизнью живу. Моя душа там, в моей Гореловке, с моими родителями, в моем родном доме. Вот больше я никогда никому этот вопрос не задавала. Может быть, мои дети в силу времени, в силу того, что какая жизнь вокруг их будет. Может, они не смогут даже в открытую сказать, что я духобор. Но мы сильные духом, мы сохраним это там, у себя, в душе, в сердце.